Сегодня у нас в гостях человек, переписавший книгу рекордов российского футбола. Нападающий, защитник, вратарь, тренер. Наконец, человек, забивший 6 мячей в последнем матче с командой Бразилии. Одним словом, встречайте, Геннадий Букин по кличке Гена Гол. Геннадий, я хотел вас спросить. Футбольный сезон закончился уже месяц назад, а вы по-прежнему в форме. Почему? Да она мне просто идет. Хорошо, теперь о серьезном. Недавно ваша жена набрала в боулинге 300 очков. Это как-нибудь отразилось на вашей психике? Могло бы. Но в моей жизни есть еще кое-что. Я самый дорогой игрок в мире. Я позирую для женских журналов. Я дружу с президентами. А недавно королева Англии пожаловала мне титул сэра. Тогда, Геннадий, какое же слово наилучшим образом характеризует вашу личность? Победитель. Да, это был Гена Букин. Муж, отец, футболист, матадор, космонавт, лауреат Нобелевской премии в области физики, Человек-паук. Наконец, просто герой нашего времени. Спасибо вам, Геннадий, за то, что вы провели с нами эти несколько минут. Мы их не забудем всю жизнь. Берегите себя.